Короче, слухи. После исчезновения с голубых экранов передачи о женихах и невестах в жизни культовой свахи началась настоящая путаница. Похоже, именно отсутствие любимой работы навело актрису на мысль об отъезде из родной страны. Возможно, Гузеева еще не потеряла надежду, что однажды любимое детище вновь засияет на ТВ. Вот только вместо многострадального Израиля, который уже фактически оккупирован опальными российскими звездами, сваха решилась на путешествие по Словакии. В маленькую европейскую страну знаменитость приехала не одна, а в компании единственной дочери. Вместе с девушкой, которая ранее неоднократно фигурировала в скандалах. Она теперь наслаждается местными красотами и чистым воздухом. Мы сейчас в маленьком городочке в Словакии. Вот так вот живут люди. Вот их двор. Ты просыпаешься, и у тебя впереди не какие-то там многоэтажки, а лес, горы. Красота невозможная. Обожаю. Мы с Лелькой мечтаем так жить, поделилась яркими впечатлениями счастливая туристка. Любите свою жизнь и подписывайтесь.